Мы слышали поздравления нашего правящего епископа Василия, а также главы Кубанской митрополии, митрополита Григория. И, наверное, как я, и житель станицы, и ваш священник, и настоятель этого храма, должен вас тоже поздравить с этим. Сегодня послание владыки Василия и посланиях и патриарших, и владыки Григория завуалировано звучат слова об украинской земле. И я бы тоже хотел сказать бы несколько слов. Возможно, я стану изгоем в Российской Федерации, и здесь может кто-то со мной не согласится с моими словами. Это мое убеждение, оно останется со мной. Я никого это мне не навязываю, и видит Бог, что до сего момента я не говорил эти слова сам вон. Я считаю войну против Украины преступлением и великим позором. Позором, который сделал нашу страну изгоем на мировой арене, с которой не хотят считаться и не доверяют уже словам наших правителей. К сожалению, День Победы в нашей стране, на мой взгляд, превратился в парадобесие, когда люди радуются новым ракетам, новым автоматам, гордятся, что проходит вот такая вот техника по Красной площади, забывая о том, что это день величайшей скорби и победы над фашизмом, в котором участвовали многие народы Земли. И гордость за страну, в первую очередь, должна быть подрастающей молодежи, духовно-нравственной, образованной, в силе образования, в силе медицины, в достатке граждан и в достойной жизни стариков. Но, к сожалению, у нас нет этого в полной мере. Страна действительно очень богата. И на сегодняшний день ее бюджет зависит от продажи сырья на Запад, от нефти и газа. У нее многое есть для того, чтобы в ней была сильная медицина, чтобы в ней были дороги, чтобы в ней было достойное образование и подрастали бы достойные люди. Лично бы я хотел бы видеть именно такую Россию. Духовной, чтобы она была духовным центром и мира. Ибо Россия несет в себе как разрушающую силу для самой себя, так и силу созидающую духовную. Поэтому я желаю и поздравляю Россию и Украину. Христос воскресе, им говорю.